Всем привет, с вами SwiftPro, и сегодня покажу вам мод, который добавляет команды в Minecraft Pocket Edition. Так, давайте я возьму железный меч в руки и начну обзор данного мода. Ну, после установки данного мода нам придется залезть в чат и написать несколько команд. Ну, так сказать, есть несколько команд. Вот, к сожалению, команды help нет. Можно перейти из выживания креатив, из креатива от выживания. Также у нас хранились вещи. Вот как видите, только почему-то я так не пойму. Они нас не показывают в инвентаре, ну ладно. Вот, я могу поставить также, ладно. Давайте теперь перейдем обратно в креатив. Для этого нам надо написать game mode 1. Все. Так, дальше есть еще несколько команд. К сожалению, я забыл. Ну, команда, вот это rain, это вызывает дождь. Так, я еще не активировал, вот. Вот у нас пока был дождь. К сожалению, я не знаю, как его отключить. Может быть, надо всего лишь поспать, вот. Ну, команд здесь достаточно много. Просто, к сожалению, нет такой команды help. Вот. Какие там еще есть команды, забыл. Но, возможно, в скором времени этот мод доработает. Это даже не мод, это аддон. Вот. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.